sci-fi rigmarole. Listen, Jerry, I don't want to overstep my bounds or anything. It's your house. It's your world. You're a real Julius Caesar. But I'll tell you how I feel about school, Jerry. It's a waste of time. Bunch of people running around, bumping into each other. Guy up front says 2 + 2. People in the back say 4. Then the bell rings. They give you a carton of milk and a piece of paper that says you can go take a dump or something. I mean, it's not a place for smart people, Jerry. I know that's not a popular opinion. That's my 2 cents on the issue. This was a good breakfast bed. Всем привет, с вами Ирвин, и сегодня у нас первый эпизод из серии видео «Марафон Рика и Морти». Для начала небольшое введение. Я хочу выпускать видео чаще, чем раз в неделю, но, к сожалению, у меня на одно видео уходит 3-4 часа, плюс, так как начался учебный год, у меня очень много работы, поэтому времени не хватает. В общем, я решил запустить «Марафон Рика и Морти» с коротенькими видосиками на каждую серию, в которой буду брать по одной фразе. И, как я уже говорил, это первый эпизод. Ну что ж, начнем. Сегодня мы разбираем идиому «two cents». Ее достаточно легко запомнить, поскольку в русском языке есть ее аналог «5 копеек», и используются они практически идентично. Первый вариант, который использует Рик, который звучит как That's my two cents on the issue. Не имеет прямого аналога. Но второй вариант, который звучит как Put two cents in, абсолютно идентичен русскому аналогу и переводится как вставить свои 5 копеек. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся!